Новогодние праздники подошли к концу, а значит, настало время разряжать елку. И если искусственную можно убрать до следующего года, то натуральную нужно утилизировать и сделать это экологично, чтобы она после того, как свое отслужила, могла еще принести пользу. Уже пятый год в Подмосковье проходит акция «Подари елке вторую жизнь». Стартует она с 15 января и продлится месяц. Каждый житель Подмосковья может внести свой вклад в сохранение экологии региона, обогатить рацион животных. Ель, выброшенная на свалку, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, выбросит в атмосферу 16 килограммов углекислого газа. Переработанное дерево идет на корм животным или в щепу, которую используют при обустройстве экологических троп и в вольерах. Ель должна быть чистая, без игрушек, мишуры и искусственного снега. В городском округе Пушкинске организовали несколько площадок. Их вы можете увидеть на своем экране. Если вам сложно сдавать ель на переработку, то стоит выбрать искусственную, которая может прослужить лет 20. Ведь именно столько нужно, чтобы нейтрализовать ее углеродный след. Либо найти альтернативные варианты. Например, елка из книг или тех предметов, что есть у вас в наличии. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.